Вот. Так что взять у вас американец. Да. Как вы поживаете, Лидия Павловна? Хорошо, мой дорогой. Вот так. А тут что-то мы говорили, что вы куда-то уехали, потом... что-то. Да. Я кажется, и Мадина говорит. Ну, хорошо. Хорошо, что успели, а? Да. Закрывала, уходила. Нам сказали в 10. Куда девушки? Как это разговаривать? Правильно, правильно, правильно. Мы же эти снимаем. Школу, да. Спасибо, что вы навестили нас. Как у вас хор? Замечательно. Старший хор поет, Карадаргай, да, это лауреат городского фестиваля в прошлом году. Такое произведение замечательное, они вот там спели. В прошлом году сочинила Хромова, наш композитор, вы знаете, да. Да, и слова тоже нашего педагога Ленисовой. И с этой песней они заняли по городу второе место. Вот как композитор. Заходите, заходите, дорогие. А когда еще будут петь? Вот. Когда вот они вообще поют? Сейчас начнутся репетиции, а дальше там конеучителя у нас обязательно мы делаем концерт. Чтобы вы приходите на наши концерты. Будем очень рады. Я так хотела вот благодарить. В оркестре всегда же играл ребенок. Это самоказная всегда. Такая замечательная деточка. Так что спасибо родителям за такое воспитание. Это наши замечательные, самые лучшие наши дети. Наши выпускники. Да, мы всем родителям всегда вновь пришедшим говорим, какие наши замечательные дети. В этом году закончил Красюков Володя, помнишь? Красюков Володя в оркестре играл. Он закончил музыкальное училище по классу аккордеона именно. Вот и сейчас поступил в Московский институт, продолжает учиться. В прошлом году еще играл, это большой было лайки в оркестре. Так что вот все у нас продолжается. В этом году планируем новые костюмы шить в оркестр, одевать. Так что вот, приходите на наши концерты, вы прям снимаете, я смущена. Ну как же, я же буду смотреть по
Нет, спасибо, показывать. Мои хорошие. А скажите, у вас есть Хусин Ибрагимов на телефон? Я у нее мужу по фортепиано. Там сейчас не работает. Хусин Ибрагимов, да. Да. Был телефончик у меня. Я запишу, позвоню хотя бы, это вот, скажу, здравствуйте. Телефончик. До сих пор, Кунчун Ибрагимовна. Кунчун Ибрагимовна, день рождения 1 сентября завтра. Да будет мы ее, да, обычно первого. Да, завтра у нее день рождения, Кунчун Ибрагимовна. Я ее прихожу 1 сентября, обычно поздравляю. Я поздравляю. Петя, там помните Петю? Петя помню, да. Он приходит и навещает Кунчун Ибрагимовну всегда. Поэтому мне надо вот сейчас, может быть, я не сразу смогу найти. Да, все восхищаются, когда заходят. Правда, там чайничек стоит. А вот, если его... Да ради бога, чайничек. Да, чайничек. Зачем? Пускай стоит. Не хватает. А тут вот и большая балалайка. Стул, правда. А, вот какая большая балалайка. Вот эта балалайка у нас великолепная. Когда приходят сюда, и все возмущаются, чтобы было соответствие. Заходите, пожалуйста. Фотографируйтесь или что? А здесь там бывшие выпускники наши. Вот Рахим Тожибаевич, заслуженный артист. Все мы знаем. Так вы знаете, через день каждый день показывают по телевидению. Рахим Тожибаевич, это же у нас заслуженный артист. Такая маленькая бомба. Поэтому дамбрист великолепный. Все, подойдите. Номер один дамбрист. Так что... Будете работать? Да нет. Куда-то выходить, обязательно.